my friends. My name is Anna Mindrene. I live in London and I'm artist. Здравствуйте, меня зовут Анна Мендрене, я живу в Великобритании, я художник, и сегодня я буду оценивать вашу работу. Значит, добрый день, Айнел Бабаева, извините, если, может быть, не очень правильно, картину я называю «Божья коровка». Значит, что я могу сказать? Мы видим достаточно аккуратное письмо для вашего возраста. Соблюдена плавность переходов. Смотря на землю, мы видим хорошее сочетание цветов, оттенков. Правильно передан свет и тень, конкретно вот на земле, что мне понравилось. Если смотреть на Божью коровку, то понятно, то не совсем понятно, с какой стороны падает свет. То есть мы видим солнце, но немножечко не хватило вот лучей солнца на самой Божьей коровке, то есть каких-то более ярких оттеночков, конкретно со стороны направления солнца. Вот, не совсем понятно, с какой стороны падает этот солнечный свет, да. Так, то же самое можно сказать о цветочке. Хотелось бы вот показать немножечко направление лучики, блики солнышка, вот, конкретно на цветочки и Божьей коровочки. Дальше. В работе мы видим два больших акцента. Это солнышко и Божья коровка. Ясно, что хотел передать художник. Цветовая гамма проработана правильно. Поддержку солнцу теплыми оттенками немножко проработан, в общем, проработано небо, ну, так как я сказала, проработана земля. Значит, хотелось бы поработать над горизонтом. Вышло немного оторвано, слишком темная земля и яркое небо. В общем, линия горизонта получилась слишком, по моему мнению, слишком четкой. Можно было бы добавить слегка таких теплых оттеночков вот в небо, более темных, вот ближе к земле, чтобы не было вот такой оторванности. Дальше. Ну, вот как я пишу, не хватило полутонов темного, чуть-чуть, немножечко вот в небе. Вы очень талантливы. Я хотела бы похвалить вашего преподавателя. Он действительно раскрывает вас, по моему мнению, ваш талант. Вы способная девочка. Вот. Я с удовольствием оценю последующие ваши работы. Я желаю вам удачи. И надеюсь, мы с вами будем прогрессировать, достигать большего развития в этом направлении. Спасибо большое за вашу работу и до встречи!